Ну чё, народ, здорово. Попёрли валить станции. Хочу найти магазинчик с омега-щитами. Ох ты ж, блин. Мазершип. Проблема. Этот корабль не лыком шит. Все? Серьезно, ты играешься? Я думал, там будет нереальная хренотень. МК-6, оу. Так, попробуем МК-6 завалить. Меня опять обездвижили, блин. Я не понял даже как, кто и зачем и чем. Зачем-то понятно, вот. Кого-то мы забили. Я даже не понял, убили мы станцию или нет. Странно. Ну ладно. Так, мы идем к последней станции, тут она тоже, смотрю, стреляет что-то. Интересно. Так, лучше полезные вещи и цены я заложу сразу к себе. Не хотелось бы их терять. Мы не так много, в принципе, тут и насобирали, но почему титана хорошо? Может, и хватит мне на лоу-грейд наших парней. Посмотрим.
Так, подождать надо будет немного времени. Ждем, можно немного и пофармить ресы, но правда ресов здесь довольно мало. Так, хорошо. Давай-ка мы еще сюда нырнем. Зараза, тормозят. Охренеть можно. Так, ну чё, здесь мы зачистили. Но вопрос в другом. Почему так мало здесь торговых точек? Левел здесь четвертый. Давай горцану сюда. Еще давай пойдем. Еще одну найдем. В магазине, так сказать. Что нам предложит. Так, хотя давай-ка я для начала вот так сделаю. Потом вот так. Потом вот так. Да, лута прилично насобирали. Ну, тут опять имущество Steam-ингибитор, да? Интересно, а другие задания как-нибудь тут бывают? Так, ну здесь у нас... Все равно надо их уничтожать. Ингибиторы эти. Так, погоди, корабли, может, новые появились. Да, хренушки там. Ай. Что они такие жадные на корабли нормальные? Я думаю, какой-нибудь можно сверхтитан взять себе. Так, потеряли только одного, да? Посмотрим, с него хоть запчасти-то вывалились по-нормальному. Так, ну обмундирование у него в норме все. Ну,
руда такая. В таком количестве, правда, не нужен, но пусть будет. Так, у нас здесь сильный враг будет. Так поставлю по оптимальней, чтобы было мало полезного, так что ладно. Что это вообще такое? Это то, что с меня вывалилось, типа. Очень забавно. А то станцию уничтожили. Странно как-то. Да, слушай, это что за хренотень такая? Так, все ко мне, а то меня тут что-то избивают соло. Я у них что, еще жив, что ли? Протали его наконец-таки. Капец, сколько раз я уже здесь сдох, да? Лазерщик хренов, блин. Так, где тут моя шматье и все? Так.
Мне щиты нужны немножечко посильнее, раза в три. Вообще-то я хотел найти тут торговую точку. Я теперь вспомнил, что я хотел. Так, пошли-ка найдем торгаша для начала. Что он нам предложит? Вот эта оригинальность, она почему-то пока односторонняя. Брали хорошо. Так, что у нас здесь есть? Бахион Кэнон. Супер полезного я здесь вообще ничего не вижу. Как ни крути. Ну, в принципе, нам надо делать сейчас проще. Отправляться к дому до хаты. Появились новые корабли? Сомневаюсь. Мы почти все корабли открыли, да? Вот этот неплохой такой, любопытненький. Вероятно, все, да? И в этой огромной галактике больше видов кораблей нету. Да, вероятно, нету. Давай нырнем тогда к себе, посмотрим, что там еще мы можем на добытые ресурсы приобрести. Это любопытно стало даже мне. Так, ингибитор-то мы уничтожили, уничтожили. Прыгаем. Я вообще-то хотел бы захватить это все. Новый Empire, новый Empire. И это не захватывает, вот в чем проблема. Я мог это вот все захватывать, именно космос, что-то с этого получать. Я бы не отказался. Но так, в принципе, пока все однобоко, я могу сказать. Вторые. Пятые двигатели, щиты. Появилось побольше. Так, что у нас еще здесь есть? Ладно, по счетам. Шилд. Ясненько. Ладно, народ, я на этом, в принципе, закончу серию. Не знаю, буду ли я продолжать. Дает возможность создания шестого щита.
Но ингибитор коры мне нужны. То есть мне нужен ингибитор коры, который мы будем собирать по ходу в спейсе. Это просто тупо получается безумный фарм, я тебе так скажу. Ну, я не знаю, народ, может кому-то такое понравится, но мне лично как-то становится скучновато. Я думал, будет больше разнообразия и интереса. Да, на этом, в принципе, я закончу. Может быть, я когда-то в эту игру еще продолжу играть, хотя сомневаюсь. Как показала практика, что первый раз я в нее играл, что второй раз, к сожалению, быстро надоедает. Это вот обидно.